По прогнозам синоптиков, днем субботы и воскресенья ожидается около 29 градусов тепла, точнее будет сказать настоящей жары. С другой стороны, погода как раз под стать выходным, программа ожидается насыщенная. В субботу перед жителями будет большой выбор, куда пойти, ведь в черте города отметят 923-летие Рязани, а в области пройдет авиадартс. Мнения рязанцев о предстоящих выходных разделились. Ну, вообще хотели бы сходить на какие-то мероприятия на День города. Я знаю, по-моему, на Ленина, на Подбелке что-то будет. В субботу на свадьбу. У меня деревня. На даче купаться, загорать. Планирую провести тихо в деревне, спокойно за сельхозработами. Планирую до авиадартса доехать, потом поехать на дачу, а там на озеро искупаться. Работаю в выходные. На полигоне Дубровичи пройдет 4-й международный этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей. 4 страны-участника, десятки образцов военной техники. Здесь пилоты не только покажут мастерство пилотажа, но и будет продемонстрировано боевое применение по наземным целям. Вертолеты и самолеты в небе, боевые машины и солдаты на земле. Поболеть за Россию можно будет 4 августа. Сотрудники Министерства транспорта не советуют строить свой маршрут на авиадартс через Солочинский мост, который сейчас ремонтируют. Альтернативный путь проходит через Спасск Рязанский по дороге М5 Урал. 4 августа с 8 до 11 и с 13 до 18 часов планируется пропуск автомобилей по мосту в одном направлении. Поэтому автомобилистов просят по максимуму воздержаться от поездок за город. Тех, кто не хочет покидать город, ожидает большая программа. Фестиваль туристических маршрутов и современного искусства, гастрономический фестиваль, а также автофест. Вечером Рязань ждет концертная программа. На сцене в центре города выступит Олег Газманов, а в 22:00 рязанцев ожидает салют. Однако можно отвлечься от фестивалей и конкурсов и просто пойти на пляж. В настоящий момент в городе оборудовано для купания 3 Барковских карьера и Ореховское озеро. Здесь, по словам спасателей, народа хватает и в будние дни. В последнее время, да, много народа. И в будние дни, и в выходные тоже. Мы всегда готовы к большому количеству человек на нашем пляже. Всех рады будем видеть. Выбрать что-то одно из всей большой программы не так уж и просто. Конечно же, можно попытаться всюду успеть. Но будут ли впечатления такими же насыщенными, как и у тех, кто выберет себе одно мероприятие? Главное, возьмите с собой головной убор и немного воды, чтобы спастись от обещанной жары. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».